Будем сегодня пробовать и варить яйцо пашот по-новому. Я уже в воду добавила 9% уксус и добавляю еще соль. Через ситечко яйцо. Для удобства перельем в отдельную розетку. Огонь убавляем на минимум и выливаем яйцо в воду. Ну да, оно действительно сильно так не расплывается и не плавают вот эти вот все лохмотья. Варим 2 минуты. Попробуем еще на одном яйце, но уже без сита. Также его отправляем в воду. Вот здесь, вот смотрите, оно маленечко прям так расплылось. Тем более, что нет вот этого движения, когда делаешь воронку и сразу выливаешь яйцо, оно как будто бы собирается. Пока яйцо готовится, надо и кофе тоже приготовить. Захотелось мне еще добавить помидор. Тем временем первое яйцо уже готово. И помидорку обязательно солим. Добавим кусочек багета. И второе яйцо пашот. Оно, смотрите, не такое уже красивое, да? Давайте разрежем и посмотрим, какой же оно внутри. Да, желточек остался прям жиденький. Неплохой способ, мне понравился.